Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс и игра Shadow Warrior 3. Не знаю почему, игра не поддерживает запись в оконном режиме, поэтому делаем через захват экрана. Погнали. Начальный монолог я пропустил, к сожалению. Так что сейчас нужно завалить дракона. В общем, суть в том, что три месяца назад этот вот великий дракон, на котором мы сейчас находимся, навалял этому нашему главному герою. И он теперь находится в тильте. Чтобы открыть инвентарь, ну-ка. Ага, это хвост дракона, наша пуха. Сюда, и бандит. Так, нажмите, чтобы выстрелить. Сюда. Это я разберусь как-нибудь, игра. Так, ну, выглядит очень экшоново и... как-то по слэшерному, что ли. Давай я воевать буду. Ра-та-та-та-та, господи, какие FPS-дропы. Elden Ring. По сравнению с этим. Небо и земля. А на ПКМ я, короче, сразу рубить могу, да? Выглядит очень стильно и драйвово. Слушай, а мне это нравится. Это, кстати, чем-то Doom напоминает. То есть на ЛКМ стреляешь, на ПКМ заряжешь в ближнем бою. По-моему, вообще восхитительно. Ну все, Мансим, побеждаем. Мало боеприпасов. А что, они конечные у меня? Серьезно, они конечные? Нажмите Ctrl-A. Неожиданно. Уиии. Почему-то он не паркурит, как я думал. Угу. Ну, это, очевидно, нам в будущем понадобится, чтобы мы... взрывом ци... Окей. Надо не забыть бы об этом. Что-то он мне не прыгает. Сломался, малютка моя. Я, честно, не знаю, будет ли что-то видно на захвате экрана. Потому что выглядит очень сомнительно. Если заряженные атаки? Нет, нету. А есть у этой энергии ци откат, интересно. Убер-мега-пупер подкат сюда. Вот как раз этот дракон ему и навалял. Чтобы вы понимали, экшн-шутеры вообще не мое, так что... не ждите чего-то сверхъестественного. Не бесконечное хп имеют, что ли? Какие-то ништяки подобрали, и хорошо. Открыть инвентарь. А ради чего мне... А, ну я могу почитать по них, окей. Понял, плюс принял, вопросов больше не имею. А, так они в любом случае на землю приземляться. Так что можно просто идти и рубить. Комбо-брейкер, думал, можно сделать. Здесь, по всей видимости, важно, чтобы в нас не попало. Остальное типа мелочи. Не, ничего, прикольно выглядит. Опа, новый шотган. Очень долгий дилей между выстрелами. Надо будет привыкать к этому. Ну, долбит на мана. Что и говорить. Просто мясо какое-то мясное происходит. Рубилово. Как мы можем заметить, наш герой находится в лютом диком тильте и думает, что же с этим всем делать. Yeah, Zilla's probably buried under millions and millions of tons of rubble by now. He tried fighting back. Built rockets, railguns, particle beam death rays. Used his genius brain and his billions to create a weapon to take that ugly bastard down. Problem was, that lizard was indestructible. Its scales were impenetrable.
That's why the ancients locked that fucker up instead of turning him into sashimi. Bottom line, I think Zilla is long gone. But I still wasn't ready to give up. I tried so many times to take that dragon down. But after a while, I started wondering what the point was. I mean, why fight if there's no one even left to fight for? То есть мы продолжаем наш QVN. Брать не буду очень невероятно крутой пафосный эмбиент на фоне. Не знаю, по крайней мере, мне вот эти японские биточки очень заходят. Паркур! Да, в принципе, почему бы и нет. Бесконечно долго можно взбираться по стене. Смотреть на огонь и воду. Просто появляешься, давай, не, тебе с левой, или с правой, или с двух. Не знаю, будет ли вам что-нибудь на записи видно. Мне, в принципе, тоже ничего почти не видать. Зачем дальний бой, когда такой пафосный и достаточно мощный ближний? А, красная, по всей видимости, хп-шка. Слушай, ну противников все больше и больше. С каждым разом. Я просто не знаю, имеет ли смысл мне озвучивать то, что говорят неписи. Тогда гораздо интереснее, ну, послушать оригинальную интонацию героя. Я в предыдущей части, по-моему, во вторую пробовал играть, и все это. Максимум моего знания Shadow Warrior. Так что простите, если я где-то что-то не шарю. Иду рядом с врагом, чтобы добить его. А где? Типа финишеры нам показывают. Прикольно. Ой, а что ж так неожиданно? Блин, вот дилей нельзя мне на пухах давать. Не понимаю, это постоянно по мне кто-то бьет, когда у меня экран загорается? По всей видимости, да. Да, среднюю сложность выбрал. Я уже начал записывать, а в итоге из-за того, что у меня запись очень хреново работает на записи экрана, то я не включил в тот момент. Так что играю на средней, потому что, ну, я все-таки не мастер слэшеров. Я решил, что это будет немножко не моим. Дробовик, который стреляет на 8000 километров вперед. Почему нет? Почему нет? Когда да. Все, всех порезано. Или еще кто-то... Конечно же, кто-нибудь остался. Мамкина работяга, доходяга. Неужели еще кто-то? Слушай, для чего приятная мыша, чтобы в слэшер играть? Она так клево стрейфится, вы бы только знали. Snob? No. Maybe. What do you care? I don't. Not really. Why not? That dragon destroyed everything you ever built and decimated the citizens of Zilla City! The Zillions, Zilla? The Zillions are all gone! What happened to you on that dragon, though, Wang? I think I lost my mojo. Забавно. А дальше что? Я немножко глупый. Простите, без понятия, куда идти, честное слово. Ты чё, пёс? Без дрофлов, без шуток, как... А, то есть я правильно пришел. Ну и, по сути, вся игра состоит из того, что мы будем попадать на разные арены, где у нас будут разные события, ну, грубо говоря, энкаунтеры, если позволите.
Надо было сенсу побольше на мышке поставить, я категорически не успеваю за работягами. Сейчас бы попадать еще, конечно, было бы неплохо. Ну так, ради приличия. Все. По всей видимости, все. Господи, ну как же это все лагает? Are gone. Their chi still lingers in their artifacts. We can harness the energy from Hoji's mask and use it against the dragon. How many times have we tried to kill each other? You weren't my first choice, or my 15th choice, but since everyone else is dead, I'm afraid you'll have to do. Thank you for that ringing endorsement. You may blame yourself for what happened to your friends. You've already lost everything. What else do you have to lose? You can join me in this fraught and possibly futile quest and go out in a blaze of glory. Don't you want to put an end to that giant slimy lizard and get us all a little payback? What do you think, Hoji? Should I trust this old son of a bitch? Ah, fuck it. I'm in, you son of a bitch. Совершенно не знаю, кто этот дедушка. Возможно, кто-то из боссов в предыдущих частях, кто его знает. What I'm saying is that if it has two legs, technically it's a wyvern, not a dragon. I might be getting facts from comic books, but no one said knowledge can't be fun. You're just too old to get it. The older the tree, the deeper the roots. The older the asshole, the louder the toots. You are stress talking again, Lo Wang. Are you in doubt we can do this? Kill a dragon as big as a mountain with a Halloween mask? Damn right. Personally, I'd rather have a battle cruiser with photon torpedoes. The mask holds great power, and once activated by the spell, it will call out the omnipotence of the gods. From my experience, magical objects never do what's on the label. Зилла? Зилла? Is turning into a Lilliputian part of your plan? Wait, where are you? Can you hear me? What the hell? Lo Wang, that thing transported me to some kind of sanctuary, I think. What's that noise? Is there a party? Demons! They're trying to break through the gates! I'll track you down. Hurry! Ну и напишите, пожалуйста, как вам интереснее, когда я читаю комментарии или когда молчу, чтобы вы смогли сами этим заниматься. I'm coming, but I am not happy. I told you not to mess with the magic. That is rule number one, Zilla. Everything bad that happens, happens because some moron messes with the magic. Такая, чтобы улучшить очки персонажа. Пока не знаю, что из этого за что отвечает, поэтому подожду. Здорово, Владос. Сейчас бы полетать, немножечко не в тайминг попал, поэтому не успел попасть. Bet you don't feel all that powerful now, do you? Huh? Do you? Hiding in some hidey-hidey hole waiting for me to save your sorry ass from a horde of bloodthirsty demons. Just get here, would you please? А, это добивающий удар у нас. Господи, как же лагает. Я это уже видел. Мне интересно. Очень долго пули летят. Ну, иди сюда, в милишку. Ну, я тебе слева. Или с двух сразу. Таша.
explosive. My favorite combination. Че, всех? Выглядит красиво. Все или еще есть? Ну не, как Doom мне не заходил, это мне тоже не зайдет, к сожалению. При всем уважении и неуважении. И это все-таки не мое. Ну ты серьезно? Ну мог бы и допрыгнуть. Вроде полписчики до грэппл поинта не хватило. Давай наверняка спрыгнем. Простите, кролики, возможно, вы несете зло, я не знаю. Прикольно. Такой приятненький паркурчик для казуальчика. Как раз для меня. Wang, I know Hoji was your friend, but you need to stop making this so personal. For you, his mask is just a memento. For me, it's a bad one. А что мне это добивание дает, интересно? Тут других добиваний, что ли, нет? Четыре добивания, все одинаковые. Чувачки улучшений. Почему-то shift не сработал, странно. А, пухи можно менять? Во! Давно бы так дали. Мало патронов, да ну ладно. Вы меня обманываете. Почему не попал? Искренне не знаю. Да, по всей видимости, одни и те же добивания у всех. Вот это, кстати, красиво. То есть некоторые добивания очень эффективны. Слушай, ну больше на аренах становится противников, намного больше. А, ну то есть что-то не работает, да? Не пробивалось, ну бывает. С кем не бывает? Все или еще кто-нибудь остался? Короче, прогрузка новой локации и сулит очень лютых подробно. Видимо, что-то вроде боссов и ловушки выглядит интересно. Странно, зачем мне это показали? Видимо, мы туда попадем сейчас. Понятия не имею, как получилось, но долетели. Вообще одни и те же добивания. Насколько быстро, интересно, это может надоесть? Я, конечно, не эксперт, поэтому мне очень интересно. Нельзя стоять на одном месте. Буду ползти как лох сутулый. Потому что не успел, как надо сделать. Вы можете сразу понимать, что эти игры не для меня, потому что я плохо играю в них. Иногда нормально дамажит, иногда вообще не дамажит. Странно. Добивать, наверное, любого можно. О,
mess up here. Так, летуны мне сразу не нравятся. На них приходится тратить время, чтобы прицелиться. Да, он делся. Будто бы испарился. Так, с этим разобрались. Ну, очевидно, я даже не понимаю, куда идти. То есть вообще не для меня эта игра. Так. А, ну, виноват. Тут виноват. Заставки, походу, в 30 FPS. У них ханма. И это весь босс. Если это, конечно, босс. Вон мана. Долбит вполне себе. Будем уравнивать. Вроде бы все. Я же жал Е, алло. Очевидно, надо было жать другую кнопку. Какую кнопку надо жать? Подскажите мне, пожалуйста, какую кнопку жать. А, ну это я идиот, да, тут как бы вообще без вопросов. Тут стопроцентная ошибка с моей стороны. Не додумался, что надо стрельнуть. Не поверите. Может, кролики наоборот за меня? Фух, получилось. Патронов не так уж чтобы много. Наверное, поосторожнее быть, они очень сильно бьют, понял. Окей. Я даже финишировать не могу. Испопелился. Но он жив. Еще один, что ли? Летите их за ногу. До патронов. Блин, пожалуйста. Слушай, это прям уже очень тяжело без шутеек. Один и тот же лет новый каждый раз, я не понимаю. Вроде бы новые. Прикольно то, что финишировать кого угодно можно. Только что до этого можно было финишировать этого ублюдка огромного. А теперь игра говорит, что нифига. Немножко нечестно, я бы хотел отметить. И он как-то каждый раз у меня за спиной появляется. Что меня категорически не устраивает. Надо спасать Зилу, надо спасать Зилу. Я думаю, игра плюс-минус такой же дальше будет. Давайте до следующего энкаунтера. Если босса не будет, то закончим. Ну, что-то оно как-то одно и то же все. С периодическим усложнением. Чем-то даже вторую часть напоминает. Не знаю почему, мне кажется, что я помню, как выглядит вторая часть, если честно. Но это не выглядит похожим на босса. Просто несколько работяг, пытающихся зайти, которых никто не пускает, к сожалению.
По-моему, я это где-то уже видел, прям реально. Я сейчас сюда приду. Почему Grapple Point не сработал? Да что ж такое? Я хотел большого, а не малютку убивать. Озвучка одинаковая, ну прям что-то вообще жесть. Я понял, я мог сам это активировать. По всей видимости. Да, не понимаю, ну да. Так вот без проблем. Ну я все так же их заваливаю чуть по чуть. Вроде получается, как говорится, так говорится. Ну, очень долго это все происходит. Загрузка, догрузка, прогрузка. Gates are still standing. You are welcome. You see what happens when someone messes with my best pal's mask? Poof! My bet is Motoko tried to teleport us into the sanctuary. But since the dragon is draining the world's chi, she's starting to lose her powers. That's why we need to hurry. Yeah, let's just hope your sorceress friend doesn't screw the pooch. I don't have friends. And be careful how you talk to her. She has less of a sense of humor than I do. Whatever. If she doesn't mess with the mask, I won't break her balls. I'm serious, Lo Wang. Say nothing if you have nothing intelligent to say. You destroyed was over 3,000 years old. It withheld countless invasions and attacks. Well, thank you, but I can't take all the credit. Wing. What's with the hairdo? Is that a snake on your head, or are you just happy to see me? What the hell, Wing? Hey, I'm just being honest, brother. Talk about needing an extreme makeover. Sip it, you idiot! What the fuck? Did she just summon a trash panda? Hey, hey! What? Come back here, you little shit! Нам надо теперь енотука поймать. Малютка и Натук не так-то просто. Короче, что могу сказать? Великолепная экшеновая игра. Для тех, кто любит, наверное, просто пушка-ракета. Я, к сожалению, не фанат таких игр. Мне все-таки что-нибудь Dark Souls подобное нужно. В любом случае, посмотрели, здорово, весело. Не знаю, буду ли продолжать, честно, не знаю. Потому что лагает. Запись без захвата экрана не работает. Это безумно неудобно, плюс все лаги видны. ОБС не умеет их сглаживать. Ну, в любом случае, как-то так. Всем добра, удачи, всего хорошего, наверное, и побольше. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк.
В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.